Алексей Тагинцев – байкер с многолетним стажем. Любовь к свободе и скорости зародилась в сердце мотоциклиста еще в подростковом возрасте. Сначала Алексей управлял советским мотоциклом «Иж Юпитер II». Чем дальше, тем мощнее были байки. Сейчас у мужчины BMW – мотоцикл класса «Спорттурист». Удобный мотоцикл для дальних поездок, для поездок вдвоем. Экономичный, удобный, динамичный. С хорошей ветрозащитой, с хорошей оптикой. То есть мотоцикл создан для того, чтобы колесить по дорогам и наслаждаться впечатлениями. Алексей уверен, что у каждого мотоцикла, как и человека, свой характер и особенности. Поэтому просто так запрыгнуть на байк и помчать вдаль не выйдет. К железному коню нужно найти подход. А это дано не каждому. Когда ты едешь на мотоцикле, ты ощущаешь все. Ты, во-первых, это отличная панорама. Во-вторых, это очень хороший обзор. Я считаю, что гораздо безопаснее ездить на мотоцикле, чем на машине, потому что ты очень хорошо видишь дорогу. И в-третьих, опять же, ты едешь, ветерок, птички, солнышко. Это настолько прекрасно, что никакое сравнение с машинами не идет просто. На закрытие сезона традиционно съезжаются все мотоциклисты города. В этот раз их было около сотни. Погода в этом году байкерам подарила солнце. Последние года мотоциклисты стали более активными, стали посещать наши мероприятия. Это приятно, не может не радовать. И в целом я смотрю, культура мотовождения в городе растет. Люди становятся более ответственными, нормально подходят к процессу. У нас, кстати, сезон абсолютно безаварийно прошел. В честь закрытия сезона байкеры стройной колонной проехали по улицам Сарова. Маршрут мотоциклистов пролегал через весь город. Соблюдая ПДД, они прокатились как по старой части, так и по новому району. Сезон мотоциклистов закончился, а это значит, что совсем скоро железные кони отправятся в гаражи. И ребята пересядут на автомобили. Желаем им также соблюдать правила дорожного движения и встретимся уже весной 2024 года. Ирина Вышегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.